Высокие технологии. Хай-тек. Соки, первый выпущенный в Чили электромобиль, появился на улицах Сантьяго и, разумеется, не мог не привлечь внимания. Электромобиль рассчитан на двух человек, водителя и пассажира. Слово «соки» взято из ныне несуществующего языка одного из индейских племен. Максимальная скорость – 60 км в час. Емкость аккумуляторной батареи позволяет проехать 3 часа без подзарядки. Вначале это была моя собственная идея, которая основывалась на моих убеждениях. Потом ко мне пришло понимание, что нужно искать инженерные и технические решения. Следующий этап – создание комфортного транспортного средства, которое было бы безопасным в использовании и экономичным, и не слишком дорогим, если его выпускать в продажу. Вот те соображения, что я принимал в расчет. Предполагается, что приобрести соки возможно будет, начиная с марта будущего года. Поддержку в разработке проекта и его внедрение в производство оказывала чилийская правительственная организация, занимающаяся экономическим развитием страны, сокращенное название Корфа. Сегодня есть масса новых вызовов, которые касаются развития крупных городов и мегаполисов, в частности, в Южной Америке. Наше предложение – вклад в решение экологических и экономических проблем. К тому же мы предоставляем удобный способ передвижения по городу. Предполагается, что в ближайшие годы соки появятся в 11 городах Чили и других стран континента, которые выразили интерес к такому виду транспорта.